24 района Новосибирской области начали посевную, несмотря на сложные погодные условия. Нынешняя дождливая весна добавила аграриям забот. На сегодня яровые культуры высадили на площади более чем в 50 тысяч гектаров, почти 28 тысяч отвели под зерно. Подготовку семенного материала практически завершили. Сейчас аграрии продолжают закупать семена, минеральные удобрения и технику. Еще одна проблема, с которой они столкнулись, на прошлой неделе подорожало топливо. Однако темпы закупки пока не снизились. Кроме того, в этом году аграрии получили господдержку. Сейчас техническая готовность муниципальных районов составляет 97%. В животноводстве у нас начата работа по переводу на летнепастбищное содержание. Темпы данного вида работ также сдерживаются неблагоприятными погодными условиями. Переведено крупнорогатого скота 109 тысяч голов, 26% коров.